Четверо пьяных водителей. Таковы итоги рейда областного ГИБДД в Собинском районе. За несколько часов инспекторы проверили около 300 автолюбителей и адекватно к массовой проверке отнеслись не все. Около 11 часов вечера был задержан водитель, который, по его же словам, является бывшим сотрудником правоохранительных органов. На просьбу дунуть в трубочку он начал оказывать сопротивление и оскорблять сотрудников ДПС. Чтобы усмирить мужчину, на него даже пришлось надеть наручники. За отказ от медицинского освидетельствования водителю теперь грозит лишение прав сроком до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Кроме этого, за неповиновение сотрудникам ГИБДД мужчина может провести за решеткой до 15 суток. Мне похуй, поехали куда хочешь, нахуй, ёпки, блядь. А? Поехали куда хочешь, нахуй. Захочешь, на меня поехали. Куда надо ехать-то, блядь? На месте будет проходить? Тут нет. Не будет, да? Нет. Снимай наручники. Ты согласен? Правильно? Я вообще придушу всех. Сказалось. Не обошлось без пьяных водителей и на дорогах Владимира. В ночь с субботы на воскресенье 28-летняя девушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в такси. По словам инспекторов, в крови автоледи обнаружили 1,3 промилле алкоголя. То есть за руль девушка села, выпив примерно половину бутылки водки. В результате данного происшествия пассажирка автомашины «Рено» получила телесные повреждения и была оказана медицинская помощь на месте. Стоит отметить, что девушка находилась в сильном состоянии алкогольного опьянения, что, может быть, не позволило ей адекватно реагировать на создавшуюся аварийную ситуацию.